Рассмотрим пример отношения, в котором в одной из ячеек находятся два значения атрибута. У нас есть некоторый менеджер управления задачами, и в нем есть сущность задачи, в которой перечислены задачи и перечислены исполнители этих задач. Соответственно, в одной из ячеек у нас несколько исполнителей. Для того, чтобы привести данное отношение к первой нормальной форме, есть два варианта решений. Первый вариант решения состоит в том, что мы для каждого значения из списка в конкретной ячейке дублируем значения других атрибутов, тем самым превращая один кортеж в столько кортежей, сколько было значений атрибутов в данной ячейке. Другой прием приведения отношения к первой нормальной форме состоит в декомпозиции отношений. Мы выносим в отдельные сущности задачу и исполнителя. А также для того, чтобы реализовать связь многие ко многим, то есть чтобы у нас задача могла быть исполнена несколькими исполнителями, мы заведем еще одну связующую таблицу, в которой будут храниться идентификаторы, соответствующие первичным ключам в наших исходных отношениях задачи и исполнителя. Соответственно, идентификатор задачи из этой таблицы будет соответствовать идентификатору задачи из отношения задач, идентификаторы исполнителей будут, соответственно, соотноситься с идентификаторами в отношении исполнителя.